Каждый день мы предлагаем один главный товар по исключительно низкой цене. Действительный всего одни сутки. Эта цена только сегодня. Новая жизнь, новый интерьер, новое дыхание и новая квартира сегодня с нашими блоками интерьерного покрытия 3D. Сегодня при заказе вы получаете бесплатную доставку. Девчонки, как обновить интерьер без мужа, без папы, всего лишь за один час? Как создать модное интерьерное решение и звать гостей любимых и говорить: «Девочки, я это сделала за один час». Именно сегодня блок интерьерного покрытия 3D 20 листов, которые покрывают более 5 квадратных метров по супер цене со скидкой 6000 рублей с бесплатной доставкой к Новому году, к Рождеству, к рождественским праздникам. Ну и, конечно, как это делать, девочки? Как это научиться делать за один час, расскажет наш эксперт «Золотые ручки» Алексей Мичурин, который, поверьте, уже сделал ремонт огромному количеству телезрителей. Да, вот именно так красиво. Да, совершенно верно. Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Рад сегодня вас видеть, точнее, ну, понимать, что вы нас видите. И сейчас мы начинаем рассказывать вот про эти интерьерные покрытия. Это Южная Корея, а это значит качество, а это значит долговечность, а это значит экологичность. Ну и самое главное, что эти стеновые панели действительно очень просто наклеиваются на абсолютно любые стены. Ты скажи, вот честно, прям без супруга можно самой наклеить? Прям без супруга, да. То есть вы берете, смотрите, снимаете защитную пленку, под которой находится клеевой слой. Угу. Этот клеевой слой, еще раз, он может наклеиваться на любые поверхности абсолютно. Даже не подготовленные. И вот сейчас я это продемонстрирую. Смотрите, у нас здесь кафель, у нас здесь ламинат, у нас здесь еще сверху вот такая вот идет пластиковая панель. Здесь какая-то грязь у нас. И мы берем с вами нашу панель, смотрите, и очень легко наклеиваем на всю эту грязную историю, не подготавливая стены нисколечко. И даже в угол. Вау, смотрите. И не нужно вырезать, Лёш. Да, ничего не нужно вырезать. Она настолько пластичная, что изогнется под нужным углом. И вот получается сразу же вот такое вот красивое решение. Слушайте, как быстро, главное. Слушай, а вот на доске часто бывает, что бывают неровности, шероховатости, бедра, ребра. Да, вот смотрите, у нас здесь доска не раз уже крашеная. Здесь, посмотрите, щели может поддувать, да, залетать снег, залетать, соответственно, дождь. Мы снова берем наше интерьерное покрытие, не подготавливая стену. Не нужно с ней ничего делать. Снимаем защитную пленку и аккуратненько наклеиваем прямо поверх всех этих неровностей. Так. На дерево она тоже идеально ложится благодаря ширине, толщине, плотности этого панельного покрытия. Мы не просто создаем эстетический вид, но еще и дополнительно укрепляем стену. Слушай, а вот что касается щелей, что касается проводов, когда вот, да, вот у нас есть здесь, кстати, тоже такие моменты, может ли приклеиться и не будет ли, знаешь, как отклеиваться потом, допустим, провода? Да, посмотрите, какое интересное решение. Вот они идут, провода, мы их пускаем прямо поверх стены. Здесь у нас есть вот такие отверстия, переходы неровные. И снова ничего не готовлю, я просто снимаю защитную пленку. Как удобно. Смотрите, вообще. И поверх всей этой истории мы с вами берем и наклеиваем. Леночка, помогай. Так, давай. Мы берем и наклеиваем наше интерьерное покрытие. Класс. Смотрите, проводов не видно, швов не видно, дырок никаких не видно. То есть у нас с вами абсолютная красота и преображение нашей квартиры. И самое главное, что это все без обоев, без клея, без выравнивания стены. Посмотрите, вы делаете это сами, девочки. Блок интерьерного покрытия с бесплатной доставкой, со скидкой в 6000 рублей, 5 цветов на выбор. Ваше интерьерное решение. Это 20 блоков, это более 5 квадратных метров. Но самое главное, девчонки, что все придет с бесплатной доставкой. Поэтому новогодние, рождественские праздники мы будем отмечать
Красиво! Итак, девчонки, у нас есть серый цвет, вот такой графитовый, очень модный. Обратите внимание, чуть позже наша кухня именно в таком оттенке. Очень интересный, да? У нас есть с вами, какой показываем, да, золотой, вот такой желтый, очень достойное предложение. Мне очень нравится золотой, бежевый цвет, классный, кофейный. Девчонки, красный цвет, ну под кирпич, такой оранжевый, жизнеутверждающий. Посмотрите, такая витаминка С. И моя любовь, любовь моих родителей, вот любовь уже многих наших телезрителей, именно белый цвет. Леш, только единственный нюанс, я обожаю вот такие варианты под кирпич. Так. Но только вот я пришла к своей подружке, крестной Олесе, у нее есть такой кирпич настоящий. Угу. Я обувалась, и ты знаешь, я даже стесала себе руку, потому что кирпич, он колется очень сильно. Да, да, согласен. У меня тоже есть вот такое вот интерьерное решение. Дома я выкладывал все кирпичом. Конечно же, это труднозатратная история, друзья мои. Во-первых, нужно развести клей, во-вторых, нужно уметь наклеить, в-третьих, вот когда он вот ломается, то, соответственно, вам не хватает этого материала. Здесь наше интерьерное покрытие, смотрите, его можно смять, и он возвращает форму. Обратно. Это вспененный полиуретан, очень толстая, смотрите, какая поверхность. Очень толстый. Бывают разные поверхности. Бывает вот китайская подделка. Посмотрите, какая видно, она тоненькая. Она не такая пышненькая. Посмотрите, да? Какая она, да. А у нас все-таки более эстетичная. Ну, и здесь тоже все не очень хорошо. Поэтому выбираем качество из Южной Кореи. Для чего нам это нужна толщина? Так. Во-первых, это мягко, да, удобно, когда дети ударяются о стену, они не травмируют. Так. Во-вторых, это шумо и теплоизоляция дополнительная. Если ребенок, допустим, раскрашивает, или мы чуть позже вот покажем, если, знаете, как моющие обои сейчас обязательно важны, чтобы пыль вытирать, у нас справится с этим наши южнокорейские? Абсолютно легко. Посмотри, я могу взять вот так вот, нарисовать фломастер. Мастером, да? Можно сюда чем-нибудь еще полить, да, какой-нибудь водичкой, а потом просто взять и тряпочкой все это взять и стереть. То есть ухаживать за этими панелями тоже очень-очень легко. Идеально. Лешенька, скажи, пожалуйста, вот пока мы стираем сейчас все наши фломастеры, в какие интерьеры мы советуем наши панели? Ну, абсолютно любые интерьеры. Можно не только стены декорировать, но и шкаф. Посмотри, как мы задник великолепно задекорировали. Уже это не просто белый шкаф невзрачный, а красивое интерьерное решение. Туалет. Посмотрите, стеночки, как мы все сделали. И туалет преобразился на глазах. При этом еще раз напоминаю, что не нужно готовить стены, не нужно вызывать строителей, не нужно тратить дополнительные деньги. Итак, все для вас сегодня. 20 листов, более 5 квадратных метров. Новая жизнь, новый интерьер с бесплатной доставкой. Торопитесь. Встретьте 2020 год.